Сегодня многие говорят о том, что ЛДПР показали не лучший результат за всю его историю. И в этом обвиняют в том числе и вас. Как вы считаете, почему все-таки сегодня фракция сократилась и такой коммуниста выпустили вперед? Думаю, что все-таки вот это новое изменение в новом законодательстве трехдневного голосования первый день дало возможность легализовать все, что касается мобилизации сил, исполнительной власти, по большому счету, вертикали, мобилизовать все силы для того, чтобы дать возможность победить тем кандидатам, которые предполагались. Поэтому ничего тут сверхъестественного нет, это политическая борьба, надо к этому спокойно относиться.